Уральская команда «Снак Рейсинг» под управлением гонщика Сергея Корякина, которого поддерживает компания «Форес», заняла второе место в общем зачете в классе «Багги» на международном ралли-рейде «Дакар» 2020 года. Это первый случай в истории «Дакара», когда второе место достается россиянину. Заключительный этап гонки в Саудовской Аравии со спецучастком протяженностью 167 километров состоялся в пятницу 17 января. Команда Сергея Корякина уступила только американцу Кейси Карри, отстав от него на 39 минут и 12 секунд. Накануне заключительной гонки Сергей Корякин поблагодарил компанию «Форес» за поддержку. Он вспомнил историю 2017 года, когда участие в «Дакаре» было для него под вопросом из-за неудачного результата, показанного годом ранее. По его словам, тогда только «Форес» не отвернулся от него и активно поддержал спортсмена. Проблемы есть у всех, это безусловно. Я считаю, что показали неплохой результат, и вот благодаря как раз-таки правильно выбранной тактике мы не пороли, не рубили с плеча, да, и не пороли ерунду, доехали до финиша, показали второе место, достойное место, нужно сейчас научиться на своих ошибках и, конечно же, быть готовым к следующему Дакару и готовым побеждать. Вспомнил Сергей Корякин и про уроки детской мотошколы, которые его команда при поддержке компании провела в детских домах Сухого Лога и Асбеста в прошлом году.